Наше путешествие длилось 20 дней, 15 ночей. За время путешествия мы проехали около 4,5 тысяч километров. Общая сумма на троих – 3100 евро плюс авиабилеты. Более подробные калькуляции смотрите в моих дополнительных материалах. И это программа «Максимум», где почти ни в чем себе не отказывали. Таким образом, если делить на троих, то сумма получается чуть больше, чем 1000 евро на человека. Ну а если еще вычесть еду, билеты на развлечения, топливо, платные дороги, то есть те траты, что ни одно турагентство не включает в стоимость тура, впрочем, как и авиабилеты, то получается 1850 евро за 20 дней на троих. Это чуть больше 600 евро на каждого туриста. Но если внимательно присмотреться, то ни один оператор не предложит вам тур на 20 дней за эти деньги. В лучшем случае 10, а в худшем 7-8 дней. Ну и достопримечательностей увидите вы в два раза меньше. Да и графики посещений не всегда совпадают с вашими биологическими часами. Ну и так далее. Кстати, более подробную информацию о туроператорах и их ценах, а также более подробный анализ можно найти в дополнительных материалах моей брошюры в разделе «Сравниваем и анализируем». Таким образом, путем нехитрых вычислений получается, что планирование путешествия самостоятельно 3-6 раз выгоднее, чем через туроператоров. Именно поэтому хочу еще раз подчеркнуть важность всех наук, изучаемых в гимназии. Они позволят вырасти гармонично развитой личности, способной анализировать, осмысливать и выбирать от жизни лучшее.